Вероятность выхода Греции из еврозоны в ближайший год-полтора составит 90% вместо ожидаемых 50-75. Именно такой прогноз сделали ранее. О высоком риске выхода Афин из зоны единой европейской валюты говорят аналитики Citigroup, крупнейшего международного финансового учреждения. Наиболее вероятной датой они называют 1 января 2013 года. Впрочем, это лишь условный срок, по словам экспертов, своеобразный горизонт для прогноза. Напомню, тройка международных кредиторов – Еврокомиссия, Европейский Центробанк и МВФ – уже выделили Греции 2 пакета финансовой помощи. Взамен власти страны обещали ввести жесткие меры экономии и провести реформы. Впрочем, многие аналитики опасаются – это не спасет Афины от выхода из зоны евро. Не думаю, что в отношении Греции тройка кредиторов будет любезна и позволит Афинам пересмотреть условия финансовой помощи. Это невероятно дорого, и мы больше не можем просить денег. Правительство проводит реформы очень медленно, а сокращение размера зарплат и пенсий происходит слишком быстрыми темпами. Думаю, правительство движется в неправильном направлении.